У антуриума на листьях коричневые пятна, причиной лечения. Антуриум или мужское счастье – цветок довольно сложный в уходе и капризный. Практически все садоводы хотя бы раз сталкивались с такой проблемой: у антуриума на листьях коричневые пятна. Данный признак указывает на неправильность ухода, на наличие фактора, который негативно сказывается на состоянии растения. Почему у цветка «мужское счастье» листья покрываются коричневыми пятнами? Причин появления на листовых пластинах пятен коричневого оттенка множество. Перелив антуриум любит обильный полив, но перелива он боится не меньше, чем продолжительной засухи. Чтобы правильно поливать растения, нужно всегда ориентироваться на состояние почвы, между увлажнениями она должна просыхать. Коричневые участки на листовых пластинах говорят о том, что антуриуму некомфортно в летний период, полив осуществляется каждые 3 дня. Зимой достаточно увлажнять растения 1 раз в неделю. Внимание! Избежать перелива помогут дренажные отверстия на дне горшка. Через 15-20 минут после полива жидкость, которая скопилась в доуне, должна быть слита. Полив холодной водой, сохнуть листочки могут вследствие использования для полива и обрызгивания холодной воды. Жидкость должна быть чистой, мягкой и обязательно комнатной температуры. Неподходящий грунт, появится пятна темного цвета могут вследствие неправильно выбранной почвы, переизбыток кальциевых солей, высокая кислотность. Выбирать для посадки рекомендуется специализированную покупную землю. Можно составить грунт самостоятельно, смешав листовой перегной и торф в равных пропорциях и добавив небольшое количество песка. Важно! Если виновником изменения оттенка листьев стал неверно подобранный грунт, вылечить растение можно только путем его пересадки. Спровоцировать коричневую пятнистость может неверный режим внесения удобрений. В минеральной или органической подкормке растение нуждается каждые 2 недели в период активного роста и цветения. Губителен как недостаток подкормок, так и их чрезмерное количество. Правильное внесение удобрений – залог пышного и длительного цветения антуриума. Низкая температура помещений при низких температурах. Листовые пластины покрываются многочисленными темными пятнышками маленького размера. Оптимальные для антуриума показатели температуры составляют 25-28 градусов Цельсия. Дополнительная информация. Растение негативно реагирует как на низкие, так и на чрезмерно высокие температуры. Повреждения корней. Корни могут повреждаться вследствие таких факторов: неаккуратная пересадка, когда корни повреждаются вследствие механического воздействия. Систематический перелив растения, из-за которого корневая система загнивает. Избыток подкормок, что приводит к тому, что корешки горят, листовые пластины истончаются и могут рваться от малейшего прикосновения к ним. В данном случае антуриум необходимо выкопать, удалить поврежденные и испорченные корешки и пересадить. Солнечные ожоги. Если возникли коричневые пятна у антуриума на листьях, что делать? В первую очередь необходимо определить провоцирующий фактор. Сделать это можно по характеристикам симптома. Если на листовых пластинах присутствуют единичные темные крапинки, значит, растение пострадало от прямых солнечных лучей. Антуриум нужно правильно располагать, чтобы обеспечить ему достаточное освещение. Категорически запрещено ставить растение в таком месте, где на него попадают прямые солнечные лучи. Освещение он любит обильное, но рассеянное. Чтобы реанимировать антуриум после получения ожогов, его необходимо переставить в полутень. Поражение септориозом. Антуриум подвержен грибковым заболеваниям, самым распространенным из которых является септориоз. Определить его можно по такому признаку: коричневые вкрапления окаймлены светлой полосой, внутри темные точки. Чтобы восстановить растение, необходимо удалить поврежденные листовые пластины. После обработать его антигрибковым раствором, состоящим из хлорики семеди и медного купороса. Внимание! Раствор необходимо делать слабой концентрацией, чтобы не сжечь листовые пластины. Нападение тли приводит к формированию на листовой пластине желтых вкраплений, которые через некоторое время приобретают коричневый оттенок по мере высыхания зелени. Для уничтожения тли используется мыльный раствор. В запущенных случаях, когда насекомых слишком много, помогут только инсектициды. Нападение щитовок. Щитовка – насекомое-вредитель, которое выпивает сок растения, приводя к тому, что листовые пластины начинают высыхать. Способы борьбы с вредителем. Если щитовка молодая, антуриум обрабатывается мыльным раствором с добавлением в него чеснока или контактными инсектицидами.
Взрослые щитовки, с ними может справиться разведенное в воде средство для мытья посуды. В нем смачивается губка, с помощью которой раствор наносится на листовые пластины. Можно использовать системные инсектициды Актар или Конфидор. Пропорции: на ведро воды 2 мл препарата. Обработка осуществляется методом распыливания. После использования средств от насекомых землю рекомендуется обработать раствором марганцовки для дезинфекции. Что делать, если листья антуриума покрылись коричневыми пятнами? Если листовые пластины растения стали коричневеть, нужно определить, что именно привело к появлению данного признака и начинать лечить. Антуриум – неправильно подобранные характеристики грунта, пересадка в нужную почву. Солнечные ожоги, перестановка горшка, лутень. Неверный полив, налаживание графика полива. Атака вредителей, использование народных средств или инсектицидов. Поврежденные корни, пересадка с удалением плохих корешков. Дополнительная информация. Привести к появлению коричневой пятнистости может влияние на растение сквозняка. Во время проветривания помещения антуриум рекомендуется выносить в другую комнату. Чтобы не сталкиваться с болезнями, за антуриумом необходимо сразу устанавливать правильный уход. Какие еще пятна могут появиться на антуриуме и почему? Помимо того, что листовые пластины могут быть сухими и с коричневыми вкраплениями, из-за неправильного ухода будут проявляться другие симптомы. Желтые пятна возникают. Данный признак из-за влияния следующих факторов: недостаток солнечного освещения в зимний период, наличие в воде для полива металлов и их соединений, хлора, гниение корней из-за застоя воды. Желтизна на листовых пластинах может быть следствием того, что растению тесно в маленьком горшке, поэтому его необходимо пересадить в большую емкость. Черные пятна. Черный налет возникает вследствие сквозняков, низких температур помещений и присутствия в грунте кальциевых солей. Белые пятна. Появление белого налета – итог поражения растения грибковым заболеванием пироноспорос или мучнистая ложная роса. Возникает заболевание из-за чрезмерного увлажнения. Внимание! Терапия заключается в уменьшении влажности и в обработке антуриума контактными фунгицидами, например, акробат или топаз. Как правильно ухаживать за антуриумом, чтобы избежать появления коричневых пятен? Чтобы антуриум радовал пышным цветением и сочным, зеленым оттенком глянцевых листовых пластин, за ним необходимо правильно ухаживать. Соблюдая ряд рекомендаций, подходящее место для расположения вазона с растением – полутень. Освещение должно быть обильным, но рассеянным. Температура в летний период до 25 градусов Цельсия. Зимой антуриуму будет комфортно при показателях от 14 градусов Цельсия до 16 градусов Цельсия. Сквозняки губительны для растения, их быть не должно. Полив осуществляется мягкой водой, теплой. Частота в летние месяцы 2 раза в неделю, с наступлением холодов 1 раз в 7 дней. Вода с поддона выливается через 15-20 минут. Влажность в помещении должна быть высокой. Чтобы обеспечить растению комфортное произрастание, его нужно часто обрызгивать. Подкормка вводится 2 раза в месяц. Используются минеральные комплексные или органические удобрения. Почву рекомендуется делать самостоятельно, смешивая одну часть торфа и по двум части листовой земли и перегноя. За правильный уход антуриум отблагодарит своей красотой внимание. При поливе и при обрызгивании необходимо избегать попадания воды на соцветия. Антуриум – великолепное по красоте растение с пышным цветением. Несмотря на то, что его считают довольно капризным в выращивании, он не требует создания специфических условий. Появление на листовых пластинах вкраплений коричневого оттенка указывает на то, что за растением был установлен неправильный уход. Реанимировать антуриум можно, если создать ему комфортную среду и устранить провоцирующие болезнь факторы.